Всем привет! Сегодня неожиданная распаковка. Я не ожидал эту посылку, я даже не знал, что она пришла. Это колонки, это портативные колонки. Радио с USB-входом. Я их заказал месяца два назад. Два раза они возвращались обратно продавцу. Не знаю, чья это вина, почты или продавец неправильно что-то заполнял. Ну, в общем, на третий раз они выслали. Вот они пришли. Я заказывал две штуки. Заказывал не себе. Угу. Вот так они упакованы. Чем-то похожа упаковка на ту, которую упаковывают Apple-овские iPod'ы. Ну, это, конечно, не такая упаковка, но чем-то похожа. И еще один. Вот. Совершенно одинаковые. Сейчас я один распакую, я два распаковывать не буду, чтобы просто поближе познакомиться с ним. Вот сама колонка. Батарея здесь обычная от Nokia, откручивается четырьмя шурупами. Дисплей, 5 кнопок. И, как было написано, стереоколонки. Стерео ли или нет, я проверю сейчас. И в коробочке еще, я так понимаю, провод. Да, в коробочке провод. С одной стороны раздваивается провод на USB и вход 3,5 мм, как для наушников. С другой стороны обычный microUSB или mini-USB, я в этом до сих пор еще не разбираюсь. С обеих сторон, как я уже показал, динамики. Спереди дисплей. И 5 кнопок. Снизу батарея под прозрачной крышечкой. Сзади кнопка включения. Вот, кстати, уже включился, он заряжен. Разъем 3,5 мм, микро-USB, обычный USB-вход и разъем для microSD-карточек. Вот он работает. Работает, кстати, только что включил очень громко. Сейчас найду радиоволну. И послушаем звук радио. Вот я подключил свой телефон и эту колонку через этот провод и включил на полную громкость. Звук очень хороший, я уже только что прибрал, сейчас я включу, покажу. Не буду долго включать песню, так как авторские права могут быть нарушены на YouTube, и мое видео могут просто заблокировать. Ну да ладно. В общем, колонка отличная. Цену я сейчас не помню, я напишу цену под видео, ссылку на Алиэкспрессе тоже кину под видео. Вот такая вот колонка. Маленькая, громкая. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, будут еще обзоры, будут еще распаковки. Всем пока!